Секрет успеха номер 16. Разбудите свою врожденную креативность. У меня для вас хорошие новости. Вы потенциальный гений. Вы умнее, чем можете себе представить. У вас больше чистой силы мозга и способности к творчеству, чем вы можете использовать. В вашем мозгу 100 миллиардов клеток, каждая из которых соединяется с 20 тысячами других клеток, сложной сетью нейронов и дендритов. Это означает, что возможных комбинаций и перестановок в клетках вашего мозга больше, чем молекул в известной Вселенной. Ваша способность разрабатывать идеи, которые помогут добиться успеха, бесконечна и неограничена. Это означает, что и способность добиться успеха не имеет границ. Ваша креативность стимулируется тремя вещами. Во-первых, искренним желанием добиться цели. Во-вторых, давящими проблемами. И в-третьих, четкими вопросами. Чем больше вы фокусируете сознание на достижении целей, решении проблем или ответах на вопросы вашего бизнеса или личной жизни, тем умнее вы становитесь, и тем быстрее ваш разум будет работать в будущем. Ваш мозг, ваша креативность похожа на мускул. Чем больше вы его используете, тем сильнее и выносливее он становится. Вы можете увеличить свой ум и свой IQ при помощи самодисциплины и заставить себя креативно мыслить на протяжении всего дня. И помните, креативность всего лишь другое слово для улучшения. Каждый раз, когда у вас появляется идея, как улучшить часть вашей работы, как найти новые, лучшие, более быстрые, дешевые и легкие способы добиться результата, вы действуете с высоким уровнем креативности.